Доброе утро, дорогие друзья. Это самая ранняя программа на Кубань-24 в студии Василий Широких, Ольга Антошина. Да, да. Вот чем мы продолжим. Сразу несколько ярких, запоминающихся джазовых событий ждет кубанского зрителя в октябре и ноябре этого года. И, допустим, скажу, что сегодня, 12 октября, впервые пройдет концерт квартета Камилы Турман на сцене музыкального театра. Вот об этом и не только. Мы поговорим сегодня с нашим гостем, художественным руководителем биг-бенда Георгия Гараняна Ильей Филипповым. Доброе утро, очень рады видеть. Доброе утро. Доброе утро. Скажи, Илья, будучи руководителем биг-бенда Георгия Гараняна, интересно ли слушать зарубежных артистов? Насколько, точнее, интересно? Нам всегда интересно все, что связано с джазом, потому что мы живем этим и болеем. Угу. Ну, в целом, то есть, вот зарубежный джаз, он по каким-то... критериям отличается ли от нашей школы? Превосходит, в смысле, он вот школу российскую джазовую. На сегодняшний день я бы не стал говорить что-то лучше или хуже, просто есть разное. Есть европейская джазовая школа, есть наша отечественная джазовая традиция, да, есть американская джазовая традиция. Это все прекрасно, это все джаз. А вот скажите мне, пожалуйста, вот я о своем родном хочу поговорить, да? 31 октября будет концерт биг-бенда Георгия Гараняна. Вот что тогда увидит зритель? Это наша программа, одна из наших любимых программ, музыка Гленна Миллера. Гленн Миллер – это музыкант, который изменил историю оркестрового джаза. Он ввел много новшеств в оркестровом письме. Вы можете его музыку услышать в фильме «Серенада Солнечной долины». Помимо этого, он записал очень много известных на весь мир мелодий, когда он работал в военном оркестре. Это тот самый танцевальный, настоящий оркестровый свинг, которые любят до сих пор во всем мире. 40-х, 30-х годов. Да, именно золотой эпохи джаза. Отлично. Но все-таки, по вашим предположениям, куда больше людей придет? На вас, либо же вот на концерт сегодняшний? Время покажет. Время покажет. Отлично. Так, ну смотрите, время покажет, но еще 2017 год – это юбилейный год для биг-бенда Гараняна. Вот есть ли уже какие-то планы по поводу того, как будете отмечать, к чему-то готовить, если, может быть, выпуск каких-то новых произведений? Да, мы планируем сделать большой тур по краю и по стране, а также мы планируем записать с нашими американскими друзьями новый альбом. Это будет Тим Армакост, американский саксофонист. Мы с ним уже договорились насчет авторских прав. И изюминка этого будет то, что мы первый оркестр, который запишет его музыку, и мы его издадим в России. Это будет такой подарок нашим фанатам к юбилею оркестра. Mm-hmm. Также мы немножко забежим еще вперед. 19 и 20 ноября пройдет международный фестиваль «Джаз-2016». Что увидит зритель на этот раз? На этом фестивале будут представлены музыканты из Штатов, из Европы, из России. Но основной изюминкой, как мне кажется, это будет детский день. Эта программа называется «Поколение Next». Мы второй раз уже делаем этот смелый эксперимент. Прививаете любовь джаза к джазу детям? Да, да, именно дети. Там вся соль этого, то, что дети играют. Никого нет взрослых на сцене. Играют джаз именно дети. Это будут наши друзья из детской джазовой школы имени Кима Назаретова в городе Ростове-на-Дону. Есть замечательная школа, которая готовит суперпрофессионалов. Будут совсем юные ребята выступать. Насколько юные? Средний возраст 10-13 лет. Например, уже певицы, да, певицы 11 лет, да, они уже играют, это самостоятельный коллектив. То есть на уровне уже все хорошо? Да, да. Илья, скажите мне, пожалуйста, права ли я буду, что вот эти замечательные дети, да, и из Ростова, из Санкт-Петербурга также будет коллектив из Курганинска. Судьба этих маленьких джазовых дарований какова? Правда ли, что они зачастую уезжают из страны? И почему так случается? Это сложный и больной вопрос для нашей страны, потому что у нас слабо развито джазовое вот промоутерское сообщество. У нас мало... классическим музыкантам легче порой бывает. Тоже, на самом деле, у них далеко не все сладко, потому что это консервативные виды искусства, академическое, и у него есть своя не всегда широкая аудитория. Конечно, самая широкая аудитория – это у поп-музыки, потом идет рок-музыка, хип-хоп-культура. И только потом
идет джазовая, фолк-музыка и академическая. Конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые занимаются организацией концертов, фестивалей, именно джазового искусства, уделяли этому больше внимания. Мы надеемся, что так и будет. Угу. Но все-таки, а вот ваше отношение к современной поп-музыке, которая лидирует в наших хит-парадах? Мое субъективное мнение о нашей поп-музыке – это секонд-хенд. Конечно, если сравнивать с западными аналогами, то мы далеко позади. Но есть светлое проявление. Например, вот если мы посмотрим последние выпуски шоу «Голос», например, там засветились такие артисты, как Александр Панайотов или Татьяна Шаманина. Это лидер группы «Гуру Грув». Это крепкие, молодые, амбициозные профессионалы, которые гремят на московской сцене. И я очень надеюсь и желаем этого, чтобы они вышли на российскую сцену и на мировой уровень. Также это Антон Деляев и его группа Termates. Это действительно уровень, конечно, это западный согласен, уровень. Да. И дай бог ему здоровья, чтобы они трудились и ездили с концертами по стране и действительно поднимали наш культурный уровень нашей популярной музыки. Илья, спасибо вам огромное за то, что вы поднимаете наш культурный уровень. Напомню, что сегодня, 12 октября, на сцене музыкального театра концерт квартета Камилы Турман, а 31 октября всех, конечно же, приглашаем на большой джазовый концерт биг-бенда Георгия Гараняна. И, конечно, напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv. Пока не переключайтесь.